Всем привет! Сегодня очередная распаковка. Всего лишь две посылочки. Так, здесь у меня популярный дизайн драконья чешуя. С этим заказом у меня не очень сложилось. Первый заказ мой не пришел. Пришлось заказать повторно у этого же продавца. Деньги я за первый вернула. В наборе баночки наполнены по-разному. В основном заполнена это серебристая голография. Самая маленькая по заполняемости – это хвост русалки. Тут заказала очередную краску черную от Bon Preti, потому что предыдущая у меня загустела. На этого продавца я всегда под каждым видео оставляю ссылку. Ну что ж, попробуем выложить хоть какой-нибудь дизайн. Крепить я их буду на густую каучуковую базу Tartisso. Процесс выкладывания этих треугольничков занимает большое количество времени.
перекрывая дизайн ее густым топом без липкого слоя от Vogue. А вот тут я сделала на одном пальце дизайн с предыдущей пластины Николь Дайри, чтобы посмотреть, как оно смотрится. Вот такой был обзор. Всем пока-пока!